Ассаламу алейкум, құрметті бокс жанкүйерлері. Бүгін 2003 жылы Қазақстан чемпионатының 51 келі салмақ дәрежесіндегі ақтық бәсеке астаналық Қанат Абуталиев ағамыз бен қостанайлық Данияр Абдрахманов арасындағы кездесуді назарларыңызға ұсынамын. Абдрахманов Данияр, мастер спорта Қостанай. Боксирует наш земляк, очень неплохой боксер. Он также боксирует правосторонней стойки. Стоп! Соперник его из Костанова, мастер спорта. Тоже левша. Канат низко держит руки. Откутанная такая стойка. Поединок у нас более активный, чем у предыдущей пары. Да, получает замечание, замечательное действие, и бой продолжается. Рефери может делать три замечания, потом может вынести предупреждение. Ну, здесь неумышленная это рабочая ситуация. Вот сейчас боксер с Костанова провел два неплохих удара. Проем неплохой атаки. Да, тут поединок более активный. Боксер из Костанова получает замечание за захват. И поединок продолжается. Вот в данной ситуации опять боксер из Костанова получает замечание. И поединок продолжается. В данной ситуации, когда оба боксера левши, наоборот, тяжелее. Синдром левши, так называемый, происходит. Потому что боксеры, боксирующие правой стороны стойки, привыкают боксировать боксерами в левой стороне стойки. Им трудновато бывает левше работать против левши. Мне кажется, начинает чувствовать разницу в классе все-таки. Канат поопытнее. И так немножко даже вальяжно как бы себя ведет. В хорошем смысле этого слова. Свободно, раскрепощенно, легко. Стоп! Еще одно замечание получает боксер из Костанова. И Канат тоже получает за толчок. Активизировался боксер из Костанова. Канат получает замечание за поворот. Так вот, после того, как стали боксеры боксировать по 2 минуты 4 раунда, на мой взгляд, улучшилась динамика бокса. Более, как скажем, динамично стали проходить бои за счет сокращения времени и лечения раундов. Обычно на 3 минуте. Боксеры часто входили в клинч, часто. Ну, такой не очень чистый уже был бокс. В третьем раунде. Опять продолжает боксер с Костанова, пытается работать первым номером. Канат, играя с дистанции, с ним пытается. Вот опять боксер из Костанова получает замечание за захват. Немножко грязновато он работает.
Опять-таки захват. И предупреждение, да, конечно же. За захват, предупреждение за захват. Бой продолжается. Получает замечание. Еще раз повторюсь, конечно, чувствуется напряжение финальных схваток. Боксеры до конца не могут расслабиться, не могут свободно боксировать. Чувствуется ответственность. Когда получает замечание за толчок. Если ничего не изменится, то Канат будет чемпионом Казахстана в весовой категории до 51 килограмма. Ничего страшного, просто он оступился. Бой продолжается. Обоюдное замечание за захват. Пропускает Канат. Сам наносит левый прямой удар. Шаг назад, после команды Брут. Обязательно нужно выполнять. Да, сейчас очень важная концовка. Это надо боксера. Вот такой почти встречный бой. Устали боксеры, чувствуется. Турнир очень, простите, чемпионат очень трудный. Очень тяжелые, трудные бои у всех были. Потому что участвовали сильнейшие боксеры Казахстана. Проходных матчей здесь не было. Все приехали только первого номера. Единственная команда Астаны представлена двумя командами. Как мы знаем, сейчас у нас существует Центр олимпийской подготовки. Это поступил в этот канал. Зритель открывает счет. По состоянию определил, конечно, да, что вполне возможно, что 2-3 пропущенных удара сказались на состоянии Каната. Бұл жекпе-жекке өздеріңіз комментарияға бағасын беріп жіберіңіздер. Нағыз тартысты кездесу. Қай боксшыны таңдыңыз, төменге белгілеп, өзіне бағыттап жіберсеңіздер болады. Ағаларымыз көріп, бір қуанып қалады деген ниеттемін. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.